прямо, господа. Нашли еще одну хату. Это полная жопа. Можно попробовать посмотреть. Только внутрь заходить опасно вообще. В натуре. Сами видите, какая тут хуета. Все, блядь, провалилось. Вообще жопень, блядь. Как тут можно, блядь, его закрывать-то нахуя уже? А уж закрывать нехуй. Я, блядь, весь провалился. Не, хуйня. Хотя с той стороны-то можно пройти. Ну, видимо. Ну, нахер, я не буду заходить, короче, даже. Хотя, думаю, тут что-то есть. Блядь. Знаешь, как свое дороже, свое здоровье дороже, блядь. Чем заберешься, а потом провалишься вместе с крышей, блядь, и окажешься в жопе. Притом в полной. В прямом смысле слова. Заодно пока идем, можно. У нас есть время. Да хуя. Поговорить. Обследовал эти дома, я понял, что только в одном. Из них хабар есть. Я посмотрел в окно, подсветил и сидела. Это тот самый дом, который у меня в третьей части. Он называется... Ну вот этот вот как раз с антенной на крыше. Гав-гав-гав. Меня местные собаки не любят.